Приветствую вас, друзья, с вами Назар. Продолжаем играть за Валахию Европы 4. Ну что ж, отмотал я опять-таки время, потому что ничего не происходило. Просто вот ускорилось, там Восточная Фризия присоединила. Мы ее, кстати, может сбить. Да надо бы сбивать. Мы тут рядом, тут, в принципе, можно проконтролировать эту всю ситуацию, что тут происходит. И вот тут есть, еще расскажу, что тут покажу происходит. В общем, очень интересная тут такая война. Осман воюет против Генуи, Запорожской сечи, Франции, Ангельтопапской области, Богемии и Милана. Вот такая вот у него война. Правда, Франция занята тут своей войной, которую она начала, но она скоро ее завершит. Нам, кстати, тоже надо будет воспользоваться этой войной. Вот, запорожцы воюют против еще Чернигова. Чернигов на Полоцке, на Запорожскую сечь. Тут осман. Молдавия, естественно, претензию не сделала. Я не знаю, почему она не делает. То есть желания свободы у нее нету. Она лояльная. Почему ты, блин, не делаешь претензий, ёшкин кот? Молдавия, а? Вот тут вроде бы оно еще было давным-давно. Да, у нас через 10 лет даже исчезнет. А почему она тут новый не делает? Чем она занята, блин, это Молдавия, я не понимаю. Могли бы сразу напасть сюда. Хоть тут и данник Крыма. Но Крым фигня, мы бы его побили. Ну, когда бы осман вот тут замирился, мы бы все вот это забрали, отдали Молдавии. И были бы довольны жизнью. На Чернигов не знаю, потому что тут Россия на вот эти земли начнет претендировать. Хотя, конечно, и на эти, но тут еще как-нибудь можно будет поманеврировать. Но если вот тут заберешь, то она будет очень-очень злой на тебя. Лучше этого не делать. Ну, короче, сейчас будем делать очень такой вот план-капкан. У нас будет работать. В чем его суть? Суть в том, что заключил я союз с Ферденом. Затем, смотрите. Если мы объявляем войну на Дитмаршан, мы предлагаем Фердену Провку. Он вступается, он идет себе там воюет. Утрехт и Гельдерн Дитмаршин, правильно вроде произношу, они ему не помогают, так как они осаждены французами. Вот. Им не до этого. Кстати, ни хрена себе. 21 тысяча кондотьер. Нормально. Надеюсь, он платит за эти кондотьеры. Вот, они не помогают. То есть, ну там Ферден сам себе справится. Я даже ему отдам эту пробку, она мне не особо нужна. Затем, когда мы воюем против Фердена, у нас, ну то есть с Ферденом в одном союзе против Дитмаршина, то Ферден не помогает Голландии. Соответственно, мы Утрехт и Гельдерн тоже не помогают, как видите у них. Ну конечно, тут Утрехт еще может помочь. Но тут надо, бляха-муха, очень быстро сфабриковать. Я даже вот сейчас, хотя, да, не, отправлю. Я не сфабриковал. Тут должно быстро оно делаться, 2.13. То есть, за сколько? За 10 месяцев. Ну, блин, не знаю, Утрехт сейчас вот вылетит. Будем пробовать против двух воевать. Посмотрим. Если они станут сюда, они проатакуют. Ну, короче, будет видно, как оно все получится. Так, мне, пожалуйста, скорость четвертую. Ну и, соответственно, если так напасть, то не должны будут... Ну, Ферден не поддержит, так как он уже будет воевать вместе с нами. Ну и эти двое тоже не особо будут поддерживать. Вот. Так, думаю, пока... Объявлять уже войну или подождать. Но я бы немножечко
Подождал, конечно, чтобы вот эта война долго не длилась. А хотя, ну да, она нам нужна долго. Она, видите, как нам нужно. Типа мы захватываем здесь территории, и мы должны еще в этой войне сидеть, чтобы император не потребовал от нас незаконные территории. Мы должны тут быстро захватить. Не знаю, как это сделаем. Тут крепость в столице. И надо закорить еще за то время, то, что мы тут захватим. Может, даже и две захватим, хотя я что-то сомневаюсь, конечно. Но вот эту точно будем брать. Тут прибрежный торговый центр. Это, конечно, тоже, но здесь лучше. Здесь он лучше. Да. Местная эффективность миссионера минус 5. Обожаю. Просто супер. Тем временем ульденбургских мы подавим. Ладно. Пока подождем с этой войной. 21. Тут еще долго. Давайте, ульденбуржцы. Мастерских, если что, за военные очки собьем. Ну, блин, все, выбили. Утрехт. Так, смотрим. Ага. Ну, можно и так сейчас пойти на Утрехт. Туда-сюда. Да. У него, по идее, войск нету. Правда, меня вот тут не пропустят. А, не, пропустят. Берем сразу проход. Давайте, погнали. Фиг с ним, посидим тут в этой войне. Такая вот у нас многоходовочка получается. Странно, что у них всех тут союзы такие, что они друг друга не хотят жрать. Хотя, возможно, защищаются от Пфальца, там, от Кёльна. Ну, поехали, Ферден. На тебя надежда, конечно же. Так, вот. А, флотилии у них есть. Я, кстати, уже могу отправлять этих каких там исследователей. Но все равно, пока мы не можем никакой колонии поставить, тут не хватит дистанции. Тут, наверное, так не показано. Это патрули. Это не то. Ну, короче. Ну, допустим, сюда сколько? Ну да, видите. Вот отсюда сюда это 280. Отсюда, ну, где-то вот так мы только достаем. Ну, короче, мало мы еще достаем. Нужно там техи брать и идеи закрывать. Так, лимит 12 из 12. Тут мы поставим для... А чё? Не, есть Ферден, все правильно. Должен сюда идти. Утрехт, Утрехт, Утрехт. Можно, конечно, и Утрехт, но я не хочу. Я хочу тут торговую точку. Утрехт можно на деньги просто развести и все. В смысле, а чё ты боишься-то? Боже. Ладно. У нас такая пьянка. Надо помочь. Ты ведь прицепишься к моей армии? Так, только деньги потребовали вот запорожцев. Так и не сделала. Ну, ёб твою мать. Чтоб тебя. Так, теперь надо подумать, куда отправить дипломата. Мне вот здесь не нравится в моих союзничках то, что у них одного злобный правитель. И у второго то же самое. А, не, кстати, тут поменялся, что ли? Трус. Переоценивает силу вражеских войск. Тут, кстати, тоже был злобный. А что, он поменялся? И сразу три черты у него? Я точно помню, я смотрел, был злобный. Потому что я смотрел
через вот так объявление войны. И вот тут было минус 20 у него из-за черты злобной. Странно. Очень странно. Ну нет, КБ. Я без КБ уже не хочу воевать. Ну его нафиг. Ну его нафиг. Да не успеем. Я сюда даже войска не смогу завести. Ну, Молдавия, конечно, могла бы тут... Ну что? Ну, Крым. Крым. Проблема в Крыму. Не сможет она так. Тихо. Тут, кстати, поставил генерала нашего, ну, правителя, руководить, потому что у нас хороший наследник, хорошими, очень хорошими характеристиками. Мне как раз таки нужно дипачки. Ой, боже, еще прохода одна. Да возьми проход, ну чё ты, бляха, детский сад. Тут пока не нужен. Я сам к нему прицеплюсь, к его армии. Да, этот нанимает войска. Ну, иди. Ну! Ну чё ты? Ну, иди сюда, помоги. Нет, ты будешь стоять. Может, у него прохода через Гамбург нету? Нету. Ну, зачем? Капец, он даже проход не может взять. Давай, давай, разбиваешь его. Надо будет ольденбургских пойти разбить. Ну, в смысле, куда он вступает? Все занято. Алло. Хорош. А почему? Ай, блин, тут же крепость, да? Не. Че, нельзя? Пароход есть или нет? Есть. А, это ж надо отцепить его, господи. Господи, а. Валахия 19, этот 14. Нет, стоп. Да, 14. А какой у него... Май. То у него не должно повыситься боевой дух. Должен его разбить. Есть. Так точно. Пока возвращаемся сюда. Тут оставляем 1000. А тут не набрали проходов. Сейчас надо отменить. Так, этот себе возьмет. А стоп, он сам может замириться, пока я тут буду туда-сюда. Так-то просто. А может, он нам отдаст? Так что этого тоже уже выбили. И он, наверное, тоже будет помогать. Да, ну естественно. Ну, если у него будет немного войск, то мы сможем его сразу разбить. А потом уже тут дело техники. Так, Мюнстерская 50 пока. У меня там вроде бы даже есть на дисциплину. Уже нету. Уехал в отпуск. Так, зачем тут стоять всеми? Если можно это отделить, это пойти сюда. Тем временем сюда поставим. Ну, посмотрим. Ну, он, скорее всего, себе должен, по идее, брать эту осаду. Все-таки он желает эту пробку. Нам главное вот здесь осадить быстрее, чем он. Хотя не, с другой стороны, если тут я не осажу, то Дитмаршин не подпишет, ну,
мир. Как же лучше, а? Как же лучше. Да, видите, даже если осадить его столицу, он еще продержится в этой войне. А если тут взять, и тут будет взято, то он сразу может согласиться на подписание мира. Шайтан, блин. Что же делать? Но если тут не взять, объявить войну сюда, то я сюда не смогу зайти. Голландия. Сколько у него лимит? $10,000. У меня не вырос лимит. Не, давайте, наверное, буду брать. Когда возьму, сразу объявлю тут войну. Сразу пойду в Гельдерн. А может, не, сюда я не должен зайти. Не должны меня сюда пустить. Ой, только не говори, что ты последний рыцарский. Но надо брать. Иногда бывает, что генерала потом по итогам дают. Надо брать. Тем более боевой дух, как раз таки то, что нужно сейчас. Иди сюда. Ах, блин, стена разломана. А там просто крепости нету, там обычные. Но я не думаю, что он должен уже прям сразу пойти на мир. Иконы, ой, блин, иконы как раз таки нужны сейчас. Очень нужны. Тут большое развитие. Они нам как раз таки пригодятся. Мне не капнуло, ему капнуло. Блин, чувак, не мирись, пожалуйста, не мирись. Чё там? Умер. Есть. Есть. План сработал. План сработал, ребята. О, хорош. А сколько традиций? 32. Неплохо. Наверное, надо стать уже. Стоп, а как он? А, он отдал нам. Молодец. Оскорбление, Бремен. Чё тебе надо, Бремен? Чё тебе надо? Так, тем временем с Москвой. На всяк случай с ним нужно держать отношения. Нужно держать, чтобы он не предавал в войнах. Значит, если он меня предаст, то пиши пропало. То сразу все накинутся. Так, ты сделал... Нет, ты не сделал КБ. Твою же мать. Че ж ты, блин, Молдавия такая? Может, из-за того, что... Деприпа плохая. Ёлки-палки. 41 легитимность. Мать честная. Оно капает уже. Та ёканый бабай. Надо поднять. Взято, да? Угу. Воевода взял, да? Наш. Тут давайте еще чуть-чуть подождем. Еще единичка. Ща, подожди. Мир они уже хотят. У тебя до сих пор злобный. Да, до сих пор.
Блин, долбанутое такое. Че еще тратить, что ли? Ну, по техам мы идем нормально. Надо думать. Что же делать? Может, отношения надо поднять. Дипломатов мало. Еще бы плюс одного. Так, что я смотрю. Да надо бы укрепить. Черт, он может вот сюда прийти, выбить мои флоты. А он так и сделает. Надо было флот в Москве спрятать. Взять проход. Может, у меня он сейчас есть. Либо вот тут выйти, сразиться, а потом отступить в Десмонд. Ну, утрех-то я по-любому буду выбивать из этой войны. Как только сюда приду. Но будет ли проход? Вот чем вопрос. Большой такой жирный вопрос. Думаю. Поехали. Давайте сразу сюда. Если что, я надеюсь, смогу отступить. Линкоров у них вроде как нету. А может, я пойду сражусь? Так, теперь мне покажите по характеристикам. Боевой дух у него ниже. Внезапно. Дисца ниже. Ты куда? Ты туда отступишь, да? Надо вот этого разбить. Хорошо. Тут я пройти не могу. Тут нужен контроль берега. Море. Берега. Конец. Ну, блин, они, конечно, отступили. Только они сейчас перегруппируются. Но я все равно бы сюда, наверное, не достал. Потеряют. Ой, кстати, я тут забыл за эти штуки. Сейчас, ладно, пусть теряют. Тихо, спокойно. Пауза. Вот тут я хотел поставить торговцев. Священники пропали. Где вы, вернитесь? Священники, вернитесь. Ну, тут можно вот так раздать. Угу. Так, дальше. Монополии создаем. Ах, бляха, 0,5% не хватает. До 40, чтобы можно было что-то еще взять. До 50, и тогда тут не 16 будет, а там будет, ну, где-то 30. Либо, а не, вот тут вот это надо брать. Хотя тут, наверное, на то и то хватит. 30, да, хватит на то и то. Надо в развитие вложить. Блин, военку жалко. Тут тоже нужно будет. Ладно, хрен с ним, возьму вот это, потрачу. Я надеюсь, этого хватит, чтобы поднять. Надо подождать месяц, конец. Есть 41. Компания Нового Света. Лиминистр.
Я, наверное, сделаю компании, их можно одну за другими делать. Проблем с этим нету. 34, в два раза больше. Как раз таки монеты нужны, так как падает. Вот это, ну пока пусть будет содержание. Я бы Гельдерн вот так уже выбил, но он не захочет, пока не возьмешь эту проволоку. Ясно. Ну, станем на лутании. Тут они, ну, я не знаю, может, они смогут прийти, хрен не знает. Если чем мы тут на подхвате. Ну, погоди, Дед Маршин, ты еще долго будешь пиликать вот это вот. А я отсюда сюда могу зайти? Нет, не могу. Сюда тоже. Только через Гаагу. Ну, сначала выбить все-таки Гельдерн, иначе соберутся вместе и проатакуют. Сюда я могу зайти. Так и будет сделано. Только пусть этот сначала пойдет туда. А, бля, хитер, бобер. Ну, я тоже не пальцем деланный. Есть, круто. Уничтожили. Не будет задалбывать. Утрехт-то, блин, если бы я знал, что ты дашь проход через свои земли. Ну, дает Голландии проход. Значит, должен тут... Ну, если что, у нас через Пфальц есть, в принципе, да, какая разница. Значит, можно тебя выбивать. Ну, интересно, если взять обе земли, сколько грызы это идет. Да хера. Да хера. 17 плюс 11. Ну, правда, это... Ну, тут 17 плюс 11. Одну, походу, сможем только взять. Может, здесь взять. Не. Думаю. Но тут еще на данный момент есть агра. Да, есть 12 9. Мы еще посадим. Ну, короче, что тут думать. Тут просто мир. Из этого всего. 27. Да не, мне вот тут надо быстро заканчивать. Ну, будет одна, то будет одна. Боже. Проблем. Репы. Унижение. Союз, порви. Может, с Померанией лучше. Да, лучше с Померанией. Порви союз. А, еще и тут. Этих присоединим. Тут нету. И вот этот союз порви. Надеюсь, тебе пфальцы не захватят. Ну, претензий нету. А если Гельдер захватит, то даже лучше будет. Все, свободен. Так, еще раз разбить его. Угу. А не, поймали. Че? Какое нахрен водное препятствие, че? Чего? Больные, что ли? Какое препятствие? Алло, мы вот отсюда пришли. Сюда. Это вот сюда есть препятствие. Баг. Возможно.
а могли потерять меньше. Смотри, не пускают. А, ну тут отменили проход. Ладно. Не, ну дичь, дичь. Высокий доход. Что, дадите? Скорее строительство своим зданием. Да. Ладно, не надо. Пока не надо. Что тут творится? До сих пор не сделал. Ну твою же мать. Ну ты, чё ты? Локио. Давай с тобой буду улучшать отношения. Может реально? Брак даже не хочет, ну типа хочет, но сама не предлагает. Видимо, у нее дипломаты где-то заняты чем-то, они что-то делают. Так, монстерский 60. Черт, кораблей тут, конечно. Блин, я не тем занимаюсь, чем надо. Бляха, ну деньги нужны-то? Нужны. Когда мы начали эту войну, 85-й, уже 88-й. Ну, блин, придется страдать. А что поделать? Или не нужны деньги? Вот депрепутация бы пригодилась. Тут тоже бы пригодилось поднять. Ой, ну ты достал. А ну сейчас будет препятствие. Чё за бред? Оно считает, будто бы я пришел вот отсюда. И почему сюда я мог пройти через вот эту пробку, а назад уже не могу? Что происходит? Я не понимаю. О, пушки уже нанял. Но пушки ему... Разве что в осаде помогут, а в боях они сейчас так себе по характеристикам боевым. О, Осман, привет. Чё делаешь? Пришел мне помочь? Нет. Нет, он не воюет тут. О, сейчас возьму тебе кранты. Голландия. Ты с кем воюешь? Только со мной. Ну, ёшкин кот. Будешь осаждать? Не, тут. Ясно. Ну, это не поможет. Ну, ёп. Да бери, ну. Ладно, возьму тут, а то деньги тратятся. На коррупцию. Тем временем надо потратить. То я провтыкаю, забуду. Мне сейчас всю страну оккупируют. Видите. Пока я вот тут буду сидеть, надо это село буду пробовать брать. Так, тут опять ивент этот вылетает. Ну, сделаем вот так. Вот бояр. Можно... Взять ополчение. А зачем Осман сюда пришел? Черт, я не понимаю в этой жизни. Ладно, не буду добивать. Только пусть наши выйдут отсюда. Станут на осаду. Так, ух, 64. Давай, деньги. Не надо. Союз, наверное, пусть будет. Иначе
Кёльн, хотя Кёльн, наверное, и сразу нападет, хотя не факт. Вовсе не факт. Репы давай. Ну, что тут еще взять? Торговлю ты не хочешь давать. Закончи вражду, ну, допустим, не знаю, с кем. С Льежем. И с Утрехтом. Ясно, не хочет. Так. Свободен, да? 31, а тут сейчас херак. Ну да. На всю империю. Ну, не выйдет. Можно, конечно, пробовать улучшать отношения, но это долго. Репы дашь и унижение дашь. Ладно, поехали. Максимальную скорость. То, что берет мне провы. Это обидно. Ах ты, блин, ну то ёб твою тыкуток. Сна. Бежать сюда. Надеюсь, успею. Ты, блин, тварь. Я тебя все равно разобью, ну. Свободен. Дайте мне вот такой вот отряд. Нужно было преследовать. Вот не знаю, успею ли я уйти. Успею, если я этого подведу. Тихо. Куда ты идешь? На Гелора. Ясно. Тоже сюда пойду. Тихо. Может, уничтожу даже. О. Чувак. Чувак, тебя спрятать надо. Куда тебя прятать-то? Некуда. Уйду куда-нибудь в закат. Куда-то вот сюда. Конечно, за блокаду спасибо, но лучше свалить. Блин, не добил еще. Сюда я не стану, он отступит дальше. Тут он не отступил дальше, потому что тут флот мой стоял, блочил. А так он отступит. Ах, нельзя. Угу. Боже, из-за чего так много? Борты, истощение. Да не надо, не надо, не надо этого. Фризийские. Так, а что с Молдавией? Я ж вроде бы улучшил, не? Сексони, а чего у тебя 4000, ёшкин кот, ну чё ты, блин, ты ж союзник. Нормальную армию сделай. Добить. Не дать соединиться. Слушай, ты бы не хотел пойти там на Молдавию? Да капец, как оно растёт быстро. Сейчас тут все пооккупируют. У меня ж крепости нету. Есть, разбили стену. Отлично. О, наемнички пошли как хорошенько. Это плохо. А можно мне поднять легитимность? Ну, ёшкин кот, ну... Пиздец.
Ёп твою мать. Чё ты прицепился, а? Тут не показывается значок, и вот эта хрень кидается. Так, но зато мы их добили. Какая-то боговная пробка, либо я что-то недопонимаю. Ой, тут восстание сейчас может быть. Я пойду вот так. Монстерские, бляха. Монстр, это там, в Ирландии. Так, хочу их и добить. Пошли на эту гребаную осаду. Когда-нибудь мы ее завершим. Да ёбаный бабай. Сколько я очков трачу просто впустую на всякую хрень. Стоп. Это я правителя сделал генералом. Ё. Я что-то даже не заметил. Четвертого, ничего, разобьем. Должны, по идее. Тут не буду вставать, опасно. Так, число Дипкин плюс 50. Давай. Красота нужна. Уже 7000. Но это наемники. Это все наемники. Да. Это все наемники. Все. Валим. Ух, если бы они восстали и эти стояли сразу тут, то это было бы... А ну-ка, 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 ну-ка... Не. Если бы там была отбита эта пробка туда, они бы стали. А ты не можешь сюда зайти? Вообще никак. А сюда? Нет, не можешь. А если тут взять проход? Да? Ты сможешь? Ну чё, они нам оккупируют, а я не могу. Так, надо вывести нашего этого Леона, киллера. Взяли. Все, надо подписывать эмир. А ну еще раз. 60. Эх ты, ёшкин кот. Не хочу я коалиции, ну его в сраку. И это вот это вот все, что я вот это вот воевал, это ради одной пробки. Угу. Репы. Стоп.
Унижение надо взять обязательно. Так. Понты дороже денег. По-любому. Чтоб тебе их союзы поразрывать. А, с Ферденом сохранился? Я думал, так рвется союз. Он сохранился. Ну, ладно. Ладно. Не, ну, а чё? Я ж могу взять еще тут проку и все. Потому что цель войны, там будет до сотки можно. Идет на меня. Нет, не идет. Ай, сделал. Рекруты в ноль. Но оно того стоило. Давай с Варденом разорви. Может, тебя кто-то сожрет. Нет, не сожрут. Пока что. Ну что ты не хочешь-то, ёшкин кот. Нормально, союз порвали, унижение сделали, репарации заставили платить. Свободен. Вот, а теперь надо 2 года сидеть и ждать, пока это закорится. Тут пошло новое владение. И пошло бедствие. Сокращением десяточка. Когда оно дойдет? 99-й. А тут закорится. 94-й, значит, ничего не будет. Так, срочно один брак. И до сих пор нету претензий. Ну и... Чё такое-то, ем? Эх, ладно. Теперь это дают. Не-н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 е. Ух, тут, блин, будет расти. Будем тратить очки. Оно будет расти. 0.11, юу. Истощение. Какого истощения? Нет никакого истощения. Все хорошо. А, все нормально. Призыв к миру и что там? Блокированные порты. Ну, у меня меньше флот. Пока зайду сюда. Монстерский 50. Давай, Фризия. Let's go. Кто там фабрикует на меня? Сюда, типа, Утерт сфабриковал. Флаг в руке. Главное, чтобы Кёльн не фабриковал. Ну, восстание все равно будет, так что стоим на этой точке. Это, наверное, мюнстерские быстрее. Что-то кажется, но ничего. Все равно стоим там, где стоим. Так, лимит не вырос. Нет. Хочу пушечки уже. Серьезно? Это такое прибыль? Фига себе. Ну, репарации хорошие пошли. Ну, то есть белый мир, они радуются. Ну, так этот не обрадуется. Но я не буду брать этой пробки, по-любому. Хотя можно взять, но будет требование незаконной территории. Не надо. Репет там ты, блин, не хочешь так. Ну, значит, просто деньги пойдут, да и все. Я могу отдать... Ну тут вот через Утрехт, видите, прикольная штука, можно Утрехт брать через эту страну. Так,
минус 1 сюда. Можно вообще отключить войска содержания. 94 вроде бы, да? Смотрели. 94. Ну, блин, 3 года придется пострадать. Ладно, ребят, на этом будем, наверное, завершать серию. Или посидеть, пострадать еще. YouTube просто что-то в последнее время вымахивается, не хочет вот такие большие серии. Вот эта серия, она где-то 3 гигабайта будет весить. И, ну, короче, будет... Не захочет загружать, принимать. Что же взять? Возьму-ка это. Да, только священников, правда, нету. Может, отдать им пробку. Даже знаю, какую. Вот тут... Доход и налогов все-таки. Сколько надо? 25. Ну, блин, ну это... Тут еще минус легитимность. Ах ты, блин. На вторике отдадут. Ладно, ничего не буду делать. Блин, а военные очки-то жалко тратить на такую хрень, как легитимность. 14-10, 14. Наверное. Между тем улучшаем отношения. Тебя все еще этот клон. Все еще этот клон у власти. Что-то не видно, чтобы он был злобным. 4000. Мне кажется, у злобных людей должен быть полный набор. Так, а мы можем следовать, кстати. Они тут стоят, блочат. Мы можем туда себе пойти. Так. 10 влияния, 10 влияния, 72 будет, да? Лучше бы вы у священников что-то забрали, я тут могу. Но придется горожанами пожертвовать. Право прохода подменять желательно. Походу Молдавию надо жрать, а то она ни хрена не делает, реально ни хрена. И надо будет вот сюда перенести торговую столицу. И тут собирать деньжата. Кстати, вот эту хрень надо делать. Обязательно. Давным-давно надо было это сделать. Так, дипломатус умер, да? Кстати. Следователя берем. И исследуем. Давай, тут Европу поисследуй мне. Исландский 90, мастерский 60. Ну, еще пока терпимо. Но, тем не менее, уже ход один остался. Год, не ход, а год. Привет, Норвегия! Сколько нас сюда? Да, видите, 211. Ну, там поднимется. До Америки хватит.
Давай Североатлантическое море. Может, я даже слишком быстро его нанял. Ну ничего. Еще минус легитимность. Да вашу ж мать. Сколько тебе лет-то? 21, то ты еще накрепаешь, еще беспорядки. Но это на год только. Не, характеристики нормальные. Но еще легитимность, ну вообще в ноль упадет. Не буду. Бояре. Чачки, ну я бы взял. Но созову совет. А я так могу взять, чё я парюсь. Могу. Но тогда содержание армии не будет. Ну не будет, то не будет денег. Деньги есть, очки более важные. Задача, цель. Я-то возьму, тут будет разрыв. Будет деньги на коррупцию падать. О май гад, о май гад. Не, зачем брать? Сейчас не надо. Правда, я вот тут боюсь с этим... с этой гражданской войной. Тут легитимность ниже 75. Не знаю, не знаю, посмотрим. Ты тем временем иди сюда. Сербию минус 0, да? Угу. Удивительно, что Осман до сих пор не напал. Сюда. О, Кёльн фабрикует. Это плохо. Это звоночек. Ну чё, Молдавия? Аллилуйя, оно сделало. Да, неужели? Оно смогло сделать. Правда, Генуя поддерживает. И Крым поддержит. Но если быстро взять, а что быстро? Тут придется Крым убрать, крепость. А Московию на такую войну ради вот этой провки звать. Ну, не стоит оно того. Надо ждать, пока Крым куда... нибудь не ввяжется в какую-то войну против Гайзикубуха, там, Казани. Московия, кстати. Московия, давай. Ну, сколько там еще чуть-чуть осталось? Уже фиг с ним. Дождусь конца серии. А какого, собственно, хы ты сюда пришел? Ну, видимо, он вот здесь, наверное, исследовал. И вот сюда в ближайшую пробку вернулся. Умно. Не, ну мы как бы разбиваем их. Пока эти тут стоят, можно и сражаться. Может, захватим что-то. Может, да можно мне какой-то нормальный ивент? Ну, ёб вашу мать. Бояре. Ну, придется боярам тут поднять. И сейчас, ну вот по-любому выпадет. По-любому. Какая-то хрень. Ладно, хрен с ней, с этой легитимностью. Я вижу, я ее уже не подниму никак. Так, выходи отсюда. А что, нельзя? Еще миссия висит. Все. Подписываем мир.
Ну, репарации он типа недовольный из-за того, что репарации пойдут только мне. Если вот так деньги, то они равномерно распределятся. Там он, наверное, больше всего получит. А не, 16 я получу. Так, союз. Не, союзы пусть будут. Вражду закончи. Да и все. А если... Поражение. Ну, это лучше, чем 20 монет. Лучше взять 10 престижа, я думаю, чем 20 монет. Эти еще довольны будут. Почему, не знаю. Все. Так, тут делаем обязательно. Корим это. И можно даже отдать пробку. А и многовато не будет. Может и будет. Победа барона минус 10, то есть 56. Ну, если тут еще отдать. Фу, уже до 70. Да нафиг. Опасно. А потом это минус 10 уйдет и будет 80. Блин. Но правда там есть торговые монополии, тоже плюс 10. То есть оно как бы будет балансировать. Ну, наверное, пока не буду. Потом, в будущем. Не надо. Сбиваем это и надеемся, что они восстанут первыми, нежели монстерские. Так, тут сбиваем автономию. Эй, монстерские, подождите немного, я вас прошу. Да, ставьте эту руклить. Все. Ладно, ребята, на этом будем завершать эту серию. Уже в следующей встретимся и посмотрим. Вроде бы падает, да? Вроде бы падает. Так, это нам не надо. Личная уния, я думаю, еще будет у нас наследник, когда он денется. Ну тут я хочу тут что-то нападать. Но правда вот здесь, ну, на Литву не нападешь, даже если позвать Московию. Даже так. То Барденбург и Дания, угадайте, куда они поведут свои войска. Угадайте. Польша. Бавария, Барденбург. Куда они поведут свои войска? Венгрия. Куда же Австрия поведет свои войска? Тут блеха-муха. А тут тратить московское. Там. Ну, депутация вырастет скоро. В 95-м там завершится. Минус тройка, который мы получили за аннексацию князя. А тут тратить московское вот это вот. Ну, такое себе идея. Ладно, буду сидеть, буду думать. Хочу на Кёльн идти. Хочу. Но тут, бляха, союзы. Этот не поддержит. Этот... У него какой-то то ли союз, то есть что там у него. Че у тебя там? Право прохода взял. Ну, может, отменит. На Бремен не пойдешь, потому что тут целый суповой набор. Ну, ждать вот здесь и тут пытаться. Тут союзики слабые. Через Гильдерн пробовать. Шотландия. Шотландия это, конечно, мощно. Она может приплыть, высадить войска. Но если быстро, быстро взять Гаагу. И тут... Не. Ладно, все. Серия затянулась. Всем пока. Всем всего хорошего. До новых встреч.